Благоустройство дворов и подготовка учреждений образования к новому учебному году, борьба с несанкционированными свалками и ремонт дорог – несколько актуальных вопросов были рассмотрены на очередном оперативном совещании в администрации Щелковского района. Более 196 миллионов рублей будет направлено на подготовку и ремонт образовательных учреждений в преддверии нового учебного года. По словам заместителя главы районной администрации, работы уже стартовали в детских садах. Ремонт кровель, ремонт фасадов, отмосток входных групп зданий, ремонт помещений, замена электропроводки и пожарных путей эвакуации, монтаж пожарных лестниц, устройство пандусов с поручнями, ремонт инженерных систем. Ну а пока в школах начинается подготовка к следующему учебному году. Сотни детей отдыхают в загородных лагерях «Лесная сказка» и «Юноармеец». Во время совещания глава администрации Щелковского района Алексей Валов отметил, что сейчас необходимо усилить меры пожарной безопасности в местах массового пребывания детей. Коллеги, в летний период прошу особое внимание уделять пожарной безопасности. Наиболее актуальны это в местах массового отдыха детей. Большую работу в летний период районным службам предстоит проделать по благоустройству дворов, капитальному ремонту домов и дорожного покрытия. В этом году планируют комплексно благоустроить 58 дворовых территорий. На 35 площадках работы уже ведутся. Капитальные ремонтные работы затронут и более 80 домов. На совещании с главами поселений района также обсудили ремонт дорог муниципального и регионального значения. Протяженность 42,7 километра, выполнено 12%, 3%. В работе 22%, не приступили к 65%. С учетом того, что у нас тоже середина года, это тоже достаточно большой процент. Мы планируем выполнить ремонт по приведению дорог в нормативное состояние почти на 56 километрах региональных дорог. Отставания от плана ремонта были отмечены в поселениях Фрианово, Мунино и Загорянском. Глава района поставил руководству поселений задачу усилить темпы работ. Все дорожные работы планируется завершить до 1 сентября. Также на совещании рассмотрели меры борьбы с несанкционированными свалками мусора. В ближайшее время планируется провести встречу с представителями СНТ и ДНТ, обсудив необходимость заключения договоров на вывоз отходов. Сейчас ответственность физлиц за отсутствие такого документа предусматривает штраф до 20 тысяч рублей. Алексей Валов дал указание всем главам поселений проверить свои территории на предмет обнаружения несанкционированных свалок. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».